11 июня 1944 года. В нескольких милях к востоку от плацдарма Омаха британские войска штурмуют важный форпост противника – город Кан. Им противостоят превосходящие силы немецкой обороны – элитные бронетанковые дивизии. Командование союзников направляет в Нормандию 7-ю бронетанковую дивизию – бойцов-ветеранов, получивших прозвище «пустынные крысы». Перед ними стоит задача прорвать западный фланг немецкой обороны и открыть союзникам путь к Кан. Макгрегор со вторым отрядом отправится по этой дороге. Они атакуют фрицев с правого фланга. Все остальные пойдут через сад и будут держать фрицев в напряжении. Вперед! Немцы! 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 Немц
Большая пехота! На втором этаже! Бей их! Макрэна! Парни. Да мы их тут штырелями укладываем! Отставить огонь, это приказ! Как скажете, сэр! Макгрегор, иди сюда! Помнишь немецкий грузовик на восточной стороне? Так точно, сэр! Его нужно починить и привезти сюда! Сержант Дэвис, пойдете с Макгрегором! Нам надо перевезти всех этих ям! Точно, сэр! Дэвис, собирайся! Там могут быть еще фрицы! Мы выиграли одно сражение, но война еще не закончилась. Давай, Дэвис, сюда, к грузовику! Thank you.
Точно, сержант? Знаешь, Деррис, я почти завидую этим бедным янки. Для них-то война уже окончена.